не чужие. Ей надо отдохнуть. Ну и правильно. Что ей больше? Я сказал. Смотрите, мне не цацка. Сверкая по звуке лихих трубачей, по улице пыль подымая, проходил по гусару сачей. По улице пыль подымая, проходил по гусару сачей. Потом чуть поднялся на леску, лишь пара голубеньких глаз смотрела и чуют гусары, что тут будет немало проказ. Смотрела и чуют гусары, что тут будет немало проказ. Вот волк разведет на гордину. Вот он тот феод надю. Nincs idő. Ezek holnap hajnalban átadnak az osztrákoknak. Onnan aztán nincs szökés. Istenem, add, hogy el tudjam feledni ezt a gyalázatot. Istenem, add, hogy soha ne felejtsem el. Fogadjuk meg, főadnagy úr, hogy a haza hívó szavára újra csatasorba állunk. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a